Юля, поздравляем вас с победой. Вы стали единственной из победителей Кубка России 2014 года, кто выиграл Кубок России в этом году. А повторять всегда, наверное, сложнее, чем побеждать, так? Первый раз. Ну, не первый, это был второй. Все. Да, конечно. Подтверждать вообще, в принципе, тяжело любой ранг. Победитель — это всегда какая-то ответственность лежит. Но, если честно, сегодня про это не думала, что в прошлом году я завоевала тоже первое место. Но как-то, когда пришла в зал, на самом деле какие-то приятные такие эмоции были. То, что новый зал очень приятно, очень просторный, и поэтому грех было не повторить. Вы и закрыли тот зал победы, и открыли этот зал победы. Между этим еще был чемпионат России, то есть можно сказать, что вы в России просто вне конкуренции, так? Ну, только по результатам, но на самом деле, конечно же, достойных спортсменок очень много. И что говорить про наших именитых спортсменов, Софью Великую, Екатерину Диченко, то есть это спортсмены, с которыми, в принципе, приятно стоять на одном пьедестале. Ну вот расскажите тогда о решающих поединках, ведь у вас была и Екатерина Диченко в соперницах, и в финале Александра Шаталова, которую, наверное, не очень ожидали, учитывая, что в той стороне сетки была Софья Великая, но тем не менее, вот об этих двух боях. Ну, с Катей Диченко всегда очень сложно выходить на бой, потому что спортсменка очень устойчивая, тем более еще и психологически устойчивая, еще и моя подруга очень близкая, так что это такая конкуренция, ну, такая не очень приятная, я бы даже сказала, но как бы все равно приходится это перебарывать, выходить с какой-то холодной головой на бой. Но сегодня сложилось то, что судьба в мою сторону, так скажем. А по поводу ожидала я Софью Великую увидеть или нет, на самом деле Соня, к сожалению, уже давно проиграла, по-моему, в 1/8. И, ну, как-то я не загадывала так далеко, то есть мне тоже надо было еще пройти очень много боев. Но, конечно, это супер неожиданность, что Сони не было сегодня в четверке. Ну, я думаю, это такая маленькая неудача. И все, я думаю, Соня еще свой возьмет. Ну, а в финале тогда с Александрой Шаталовой, пожалуйста. Да, с Сашей Шаталовой начинался бой тяжело. Наверное, еще в бою с Катей осталось за вход в два. Вот, но как-то пришлось вернуться в бой, почувствовать именно Сашу, что, ну, ритмику Саши, потому что два совершенно разных бойца, и Саша, конечно, пощекотала мне нервишки в первой половине боя, но как бы потом поняла какие-то нюансы и взяла свой бой. Прошлый сезон, собственно, начался для вас, ну, не совсем с Кубка России, до этого были соревнования, но все равно был одним из первых соревнований Кубка России и прошел для вас успешно. Победы на мировом, европейском чемпионатах. И сейчас Кубок России ваш. Хорошая примета? Да, надеюсь. Верите в приметы, да? Конечно. Надеюсь, что нам с девочками особенно это поможет. Дай бог на Олимпиаде. Конечно, так сложно далеко загадывать, но я верю в нас, в нашу команду и наши победы. Спасибо, удачи.